Два слова «ты» и «вы». Они не дружат. Где «вы», для «ты» нет места там. Где слово «ты», там «вы» уже не нужно. Там близость и любовь, и простота. На «ты» мы с мамой, и на «ты» с супругом, на «ты» с ребенком маленьким своим. Объединенные семейным кругом, мы слово «ты» друг другу говорим. На «ты» с любимым и на «ты» с друзьями, родным и близким дарим слово «ты». И никаких преград нет между нами, и не проводим никакой черты. А незнакомца словом «вы» уважим и пристально посмотрим на него. О многом, может быть, ему расскажем, но сердце не откроем своего. Учителям, начальствующим, старшим с почтительностью «вы» спешим сказать, выдерживая меру тех дистанций, которые нам нужно соблюдать. Два слова кратких с уст моих слетают, я разным людям «ты» и «вы» дарю. Но самым удивительным считаю, что слово «ты» я Богу говорю. С благоговением, с трепетом сердечным, колени в тихой комнате склонив, стою в молитве перед Богом вечным и сердце открываю перед Ним. На «ты» царя царей я называю, между Господом и мною в тишине протянется вдруг ниточка живая, и слово «ты» Он говорит ко мне. Он мой Отец, да будет Ему слава, Он ближе, чем супруг, дитя или мать, как дочь Его имею это право на «ты» Творца Вселенной называть. Аминь.